Давай сюда, что ли. Но пекалка очень сложная. Но если... Ну, я не знаю, Брюин намного лучше, походу. Ты долго там по крыше с пеклем будешь бегать? Иди сюда. Обнаружен ящик снабжения. Заберите его. Блин, нормально. Ящик снабжения засунули туда. Где два типа, походу, сидит. Это что сейчас было, блядь? Над нами вражеский БПЛА. Цели обновлены. Выдвигайтесь дальше. В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Следите за базаром. Когда они это говно починят? Приближается газ. Что ты меня вкрысить хотел, говно? Хуй тебе. Не вкрысишь. Хотел он меня укрысить. Хуй тебе. Тут есть мертвая тишь. Та еще залупа, если честно, но ребят. Та еще залупа. Обнаружена новая цель. Может, это взять? Так, да, положим. Так вот положим. Тут же еще кто-то должен быть. В смысле, блядь? В смысле он не сдох? Я с корякаемой броню снял и еще попал. Над нами вражеский ППА.
ПЛА. Куда он съебался? Вот засранец, а? Чел, ты чё такой озорной, блядь? Основное задание выполнено. Алло, ёпта, спецназ. Нафиг, дайте две. Дайте две. Почему он... Я ему попал с коряка. И потом еще в прыжке уебал. Почему же он не откис, интересно? Я ему в мизинец попал или что? Так. Я ему, походу, в мизинец попал. Или куда там я ему попал? Так, надо пойти бы ПЛАшку купить тогда, наверное, на денег. Деньги есть? Деньги есть! Опа. Деньги есть. Так, надо пойти купить БПЛА там. Ну, чел какой-то летит. Волос на левом месте. Чё? Союзная посылка с комплектом уже в пути. Глазастый. Найдена новая безопасная зона. Глазастый пендель, блядь. Так, БПЛА. Доступны разведданные. Я Сокол 3-0, вас понял. БПЛА начинает разведку. Ага, у меня там чел сидит. Ох, ебать, у меня там челов сидит. А, нет, один. Здесь. Иду. Ты-то как меня увидел? Доступны разведданные. Блять, еще один припиздил. Я Сокол 3-0, вас понял. ВПЛА начинает разведку. Дайте я возьму, суки.
О! Красный пропуск. Красный пропуск. Красный пропуск это... Это у нас куда? В районе операции высаживается противник. Следите за небом. Да, без полтинника тут не обойтись. Без полтинника тут вообще не обойтись. Хорошо, полтинник есть у этих. Так, тут есть, кстати, где-нибудь это, мигалочка-то? Мигалочка где-нибудь есть? Чел, откуда вы беретесь? Я все жму на кнопку, никого нет. Блять, проходишь 5 метров. Кто-то есть. Вот нажал, нету никого. Еще 5 метров пройдет. Глазастый как рефрен. Да, там. Пацаны тут такие на запах хуярят. Только в путь. Такие. Ага. Так, так, так. Все видят, все нюхают, все знают. Все нюхает, все знает. Так, ну мне надо в магаз какой-нибудь опять. Может сюда сходить? Обнаружена станция покупки. Игроков все еще живы. Блин, пипега офигенная. Снайперка. Блять, там кто-то приехал. Раз рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Доступны разведданные. Я Сокол 3-0, вас понял. БПЛА начинает разведку. Пизду, сидит там небось с кем... Этим самым, как его... Как он называется-то? Гранатомет. У беспилотника закончилось топливо. Возвращаюсь на дозаправку. Ну это в голову было, поэтому тут не ясно. Газ перемещается. Так, я, короче... Блин, единственное, что мне не нравится, что у него X вот это там светится. Сейчас мы зону закроем, короче, тогда. Чуть-чуть передохнуть, а то что-то забегался прям весь это. Сейчас мы
передохнем чуть-чуть и побежим дальше. На ДС, конечно, бомба. На ДС бомба. Но сейчас помогло именно то, что она автоматическая, потому что бам-бам. Бам-бам как раз прям очень было нужно вот сейчас. Сейчас бам-бам было очень нужно. Ну вот это сколько метров? Здесь пистолет-пулемет. 75. Ну вот на 75. На 75 метров. Более-менее так. Это вот эти пульки новые, потому что они не так долго летят, как разрывные. Короче, вот эти пульки получше будут. Термитные. Так что, если чего, надо их брать. Если вдруг кто-то там что-то планирует. Вот эти пульки получше стреляют. Проведите разведку. Зона. Я Сокол 3-0, вас понял. ВПЛА начинает разведку. Так, этот говнарь. Над у него есть ВПЛА. Это. У меня. У него есть перка, у меня перка нет, я пошел. У беспилотника закончилось топливо. Возвращаюсь на дозаправку. Он меня сейчас обойдет, мне надо пространство. Мне надо пространство. Без перка пространства нет. А, я по стеклу въебал, слышь? И меня обдало. Прикинь? Я по стеклу попал, и меня термитом ебануло. Чуть-чуть. Бля, я думал, по мне кто-то уебал. Надо вот эту хрень тогда разбивать. Потому что термит об стекло бьется, получается. Нет у него проникающей способности. Прикинь. Так что еще один лайфхак вам в копилочку. У термита нет пробивающей способности. Он бьется, а то обо что ударился, видимо. Такая вот тема забавная. Я думал, в меня кто-то въебал. Думаю, чё, блядь, кто нахуй? О. А вот сейчас вообще не понял. А сейчас вообще не понял. Это как это? А как тогда стрелять? Прям в него надо было, блядь? Я зря, наверное, давал это упреждение. Блин, я зря, наверное, упреждение дал. Мне надо было прям в него стрелять. Эти пульки-то они, походу, другие все-таки вот эти. Надо прям в человека стрелять. Окей. 25 игроков остается. Ладно. Живых. Не расслабляться. Учтем. Раз рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Так, по зоне фартануло. Короче, вот такие вот штуки эти. Пульки. Надо сейчас мы, короче, попробуем.
Вам отправлена посылка с комплектом. Да, да, прям, короче, не надо никуда. Все, эта пуля офигенная. Она, короче, не надо ничего, какое упреждение. Прям вот въебалась. Это, короче, не разрывные. Это термит, термит, прям вот стреляешь, прям вообще въебало все. Все, это офигенно куда. Окей, я понял, я понял, я разобрался. Все, вот, вот это уже, вот этот немножко другая уже снайпа, уже стала немножко другой. Окей, я понял. Это немножко другое. А ДС хер с ним, зато пуля теперь нормально летает. А в голову похеру, что разрывной? Что не разрывной, вообще по барабану. Так что все, кайф. Кайф, 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 кайф. Над нами вражеский БПЛА. Кайф. Осталось 10. Вы еще можете победить. Концентрация газа повышается. Следуйте в новую безопасную зону. Так, надо выйти наверх. Попробовать. Границы безопасной зоны смещаются. Блять, напугал. Так, а вот здесь уже зона такая. Забавная. Ой, не перезарядился. Рядом с вами. Безопасная зона сместилась. Заебись. Интересная зона, да? Скажи, клево. 6 равно. Скажи, клевая зона. Ваша команда в пятерке лучших. Завершите задание. Бля-бля-бля-бля, не-не-не-не-не.
Бля, да ты за...